Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, как при помощи телефона, смартфона или планшета получить хорошую пейзажную фотографию. В пейзаже самое главное, разумеется, это освещение. То есть лучше всего снимать или на рассвете, или на закате. При этом нужно очень хорошо помнить, что когда солнце садится, свет очень быстро меняется. Поэтому буквально каждая минута имеет значение, когда вы снимаете. То есть, если вы думаете что-то снять, то нужно останавливаться и снимать, а не откладывать на полчаса. Через полчаса будет совсем другое освещение. И снимая, вот очень часто люди делают так. Посмотрели, ага, нажали кнопку, все. Но, может быть, есть смысл еще сделать такую вещь, как немножко внимательнее посмотреть на картинку. Может быть, отойти немножко назад. Или подойти немножко вперед. Или влево, или вправо. Таким образом, формируя картинку, который вы хотите увидеть потом на фотографии. Может быть, есть смысл включить что-то в передний план, скажем, отдельное дерево, или ручеек, или реку, или берег реки. Больше проработать задний план. Такие очень нехитрые приемы, они позволяют сделать картинку намного более выразительной. Кроме того, еще нужно обращать внимание на то, на что фокусируется телефон. Потому что если вы хотите, чтобы был проработан передний план, то, естественно, нужно фокусироваться на переднем плане. Если вы хотите, чтобы был проработан больше задний план, а передний был нерезким, то и фокус нужно нажимать на задний план. Вот такие нехитрые приемы помогут вам сделать красивую картинку. Всего доброго.